Здорово, всем здорово. Я выяснил, где же находится моя корона снайперов. Я украл вот этот майнкрафтер 99 уровня. Я сбежал с плена, он меня держал там 2 месяца. Но я сбежал наконец-то. Сейчас я с вами заберу эту проклятую корону. Пошли забирать корону мою. Пошли. Она должна быть где-то в этой комнате, вот в этой. Чё это будет такое, ну война? Ну что ты, собака? Отдай корону. Дай где ты сраку, а? А, не отдашь? Ну хорошо, прощай, значит. Не хочет, значит, он отдавать мою корону снайперам. Опа, я ее сам заберу. А вы что думали, то что бог снайперов не вернется? Короче, я всех порву, кто захочет у меня корону забрать. А если ты хочешь больше серий снайперов, ты знаешь, что делать. Прям лайк. Собираем 25 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия. Ну я-то тебе врать точно не буду, поэтому ставь лайкусик прямо сейчас. А мы погнали. Ну что, пацаны? Кто заберет сегодня? Кто заберет, а? А сам себя. Может быть, разрешаем. Ну хорошо. Мы бы, конечно, забрали вообще на изи. А, вы бы забрали, да? Вообще на изи просто. Опять бы договорились, да? Опять бы договорились. Да, чисто, чтобы я не обижался. Все понятно, ну да. Ну то есть вы на самом деле вот сейчас не будете забирать, да? То есть вы не хотите забирать. Я не понимаю, почему вы. Как ты видишь, не особо. Не хотите забирать, я тоже не понимаю, почему. Вот, допустим, взять Джеку, да, если взять Джеку. Берем Джеку. Джека, он тебя видит. 100%. Если он так говорит, типа взять Джеку. Не брать Джеку, он... Надо меня никуда брать! Взять он Джек! Маньяк сраный! Сраный маньяк! 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 Где ты? Какой маньяк? Чё ты несёшь, а? Чё ты несёшь, Джека? Чё ты несёшь? Джека. Как можно было пропустить такой момент? Вот именно, как ты меня не убил, Джека? Да я не знаю, я испугался. Я просто пощадил. Бабушка, понял? У нее, наверное, с реакцией вообще проблем. Ну, я вообще за себя молчу, конечно, я тебя вообще не увидел, как ты меня убил. Может, ты реально в геймоде? Конечно. Он в геймоде! Джека! Выключи, пожалуйста. Ну я же вижу, что ты в геймоде, выключи. Конечно, я уже улетел. Геймод. Какой геймод? Ну, геймод. Продолжение шуток про геймод. Джека! Да ты не мог... Ага. Ты смотри, как он радостный. Ты смотри. Нечестно играет. Я вызвал тебя на дуэль, а ты взял снайперку в руку, а? В смысле, ты вызвал меня на дуэль? Я на тебя напал вообще сам. Я на ножах, типа, гономит на ножах, а ты берешь снайперку в руку, как нубас, да? Все понятно. Хорошо, я сейчас отомщу. Это типа у нас 1-0-0, да? Мне разрешили про геф разговаривать. Не надо, пожалуйста. Кто тебе разрешил, а? Кто тебе это разрешал, Игорь? И что, пацаны, вы геймоде? Геймод 0 или геймод 1? Геймоде 0. Геймод. А что ты там делаешь? Там можно? Да, Игорь тут каждую серию прочитывает. А где ты был? А как ты... можно? Туда ну, можно? Да. А я тут такой стою, там посмотрю, что-то... А где ты был?
Вот тут, вот тут. Ах, ты ж сволочь, я на твоей нычке был, Игорь. Ой, touch me, ля-ля-ля. Touch me, touch me, так, а кто передо мной выиграл, Игорь или Жека? А, Жека, а перед Жека Игорь, да, выиграл? Ага. Да. Не понял, что? Просто забей. Сейчас 1-1-0, правильно? Нет, не сейчас, а предыдущие серии, серии предыщие. Видишь? Тач мой диндон. Да никто твой диндон не будет тачить, пошёл. Подожди, какой у тебя счёт? 1-1-0, правильно? Да, 1-1-0, всё правильно. Всё. Ну, Эдисон проиграл, как обычно. Да, как и в прошлой серии, да? Как обычно. Как обычно. Как обычно, да. Игорь, высунь свой тролла, чтоб я пострелил его. Ну, высунь тролла. Я высунул. Иди в диндон, понял? Подуй. Высунь тролла. А можно денег включить или нельзя? Нет. Нельзя. Можно и гейм-мод включить? Та-та-та. Нельзя гейм включать. А-та-та. 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 А-та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 . Думаешь, что такой невидимый, да? Такой невидимый. Как ты? Куда ты пропал? Я что видел там? Я на GTA немного грустную обстановку включил, бро. Меня убили, понимаешь? Убили! А откуда ты? Где? Ай! Из-под верблюда! А, ты уже перебежал, ах ты ж... Из-под верблюда, Игорь! Ты это слышал, Игорь? Что слышать надо было? Все, что надо было, я слышал. Я пукнул, ты не слышал это? Ну да, шептуна такого пустого. Шептунчика такого небольшого, да. Такой сидит Эдисон, такой пшш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 ш
конечно. Да, конечно. Это не слышно, не слышно, Игорь. Я умею правильно пукать. Кто не знал, все пукают в этом мире. Даже девочки. Девочки не какают. Какают. Не какают. Какают. Мне мама говорила, что... Девочки какают, чё вы врёте всем, а? Ложное мнение навязываете. Да Игорь просто вообще... Извращенец! Он про него-то запретил разговаривать. Почти убежал. Почти убежал. Один, один, один. Почти убежал. Почти убежал. Пытался. Ну, уже 1-1-1. Неплохо, неплохо, парни, неплохо. Ты дебил! Игорь, ты дебил! Чё, ты случайно в танк сел и выстрелил? Что было, не понял. Я еще тоже не понял, кто-то что-то там взорвал. А, Игорь уже умер! А, ну все. Это был просто suicide boy. Игорь, ты дебил? Признайся, пожалуйста, что ты делал, а? Все нормально. А что ты делал? Ой. Ага. Даже все, ничего не разрушилось, все нормально. Что ты делал, Игорь? Да не, нормально, чё я синтаксиста? А, он мне карту взорвал, да? Просто там была табличка не курить, а я решил такой думать. Чё ты несёшь, ёпты, Игорь? Я имею в виду то, что я контент-мейкер, и всё. Чё-то взорвал, чё-то подорвал там непонятно, карту мне взорвал всю. Тебя пукан подрывает. Гуманоид. Если что, я в игре еще, пацаны, все нормально. Вам нет, как, какой, мать твою, игре? Ты как бы умер, ничего! Ничего, что ты умер! Ты гонишь, это вообще-то фейковое сообщение, фейковый звук. Ты умер в начале раунда, какой, мать твою, фейковый звук? Просто Игорь решил... Чё ты делаешь, мать твою, Игорь? Ты сам будешь карту перестраивать, у меня её нету второй копии! Он просто шоумен. Это спецэффект, Эдисон, ты понимаешь? А чё? Можно материться, да? Нельзя материться. Почему ты материшься? У нас теперь высокобюджетное шоу. Игорь! И чё, я не знаю, что происходит, но это весело, мне нравится. Смотри на это... Игорь, ты аутист? Может, у него эпилепсия? Может, он скорую вызвать? Может, он реально умирает? Я вообще не понимаю, что происходит. Почему все взрывается вокруг? И мне самое интересное, не взрывается ли, мать твою, моя карта? Дебил! Минус. все понятно, на координатах вот. Ага. Куда? 2-1-1. А мне вот сейчас интересно, просто интересно, что делал Игорь? Где Игорь?
Что ты делал? На маяке. На каком маяке? Что ты делал? На маяке стоял все это время. Что ты взрывал? Ничего. Вот, видишь, вот дырка, я видел, что же там. Где? Вот. Ты дебил, Игорь! Ты зачем его показал, дебил? Я стукач, понимаешь? Ну хорошо. Крыса. Пожалуйста, не надо самопожертвовать в этой серии. В этом раунде. Игорь, успокойся. Я понял, что ты маг недоделанный просто. Ну, давай без спецэффектов. Так, а это что? О! Не надо! Кто-то читерит, да? Игорь. Я вообще ничего не знаю, не знаю, играю. Да, ты играешь и даешь мне эффекты всякие, да? Давай еще слепоту сразу. Вот прям сразу, на 100 секунд. Да какие 5 секунд? Офигеть, а если мне убегать нужно будет? Он меня еще и убил! А где он был? Где он был? А подожди, а ты в гейм-моде был, да? Нет. Почему тебя не мог бить? Я дебил! Поверил. Все, хватит без спецэффекта, эффекты всякие, давай. Скинул, придурок. Не скинул. Так, конечно, это, по-моему, слишком быстро бегаешь. Да хватит! Игорь! Это еще и поле зрения уменьшается, как бы. Всего на 5 секунд. А, поле зрения, тогда ты меня не увидишь. Ты сволоты, конечно. Ладно, я все даже ничего не делаю такого. Чисто только немножечко. Чисто шагай. Ах ты ж, падла. Я тебя встал на месте, дебил. Все свои понятно. Так, я заряжаю базуку. Не надо никакую базуку заряжать, Игорь! Конечно, он меня приковал. Куда он тебе? Рэдисон, он издевается надо мной. Рэдисон, убивай его, я его застопорил. У него кандалы. А то, что ты мне давал эффект, это чисто. Я на 5 секунд и 2, а не 255 на бесконечно. Я поднимаю протест в комментариях. Ты сам мне на протяжении минуты давал эффекты всякие. Да, это тебе месть, понимаешь, что кандалы, понимаешь? Теперь за читы будут кандалы. Вот именно, а-та-та, Игорь, а-та-та. Да, Игорь, тебе самому не стыдно? Ты смотрит, он грустный. Теперь со мной воюет. Да хватит этой войны. Да давайте, ребят, вы повоюете в следующей серии, если она будет. Вот. А будет она или нет, зависит только от тебя, если поставишь лайкусик. Не надо взрывать, пожалуйста, ничего, Игорь. Ставь лайк, если наберем 25 тысяч лайков, я обещаю, сразу же выйдет в следующей серии. Я ливаю, пока они там ничего не взорвали. Поэтому... Я немного зацепил, по-моему. Будешь перестраивать до следующей серии. Всем пока. Всем пару.